Приехали, разгрузились, начали монтаж контейнерной площадки. Приветствую всех подписчиков канала «Уральская усадьба». Сегодня 6 ноября 2017 года, город Среднеуральск. Монтированная контейнерная площадка для нового жилого комплекса, для новых домов. Сваленная контейнерная площадка с профильной трубой 25 на 25, стенка 1,5 мм, полимерно-порошковый окрас светло-серого цвета, зеленый профлис, зеленый поликарбонат 4 мм, габариты контейнерной площадки 4,5 мм на 1,5 на 2,40, трехметровая секция под 2 бака и 1,5-метровая секция под крупногабаритный мусор. Приварена к арматуре, арматура вбита везде, все подкрашено, все красиво. Антипарусное пространство. Привет всем подписчикам канала «Уральская усадьба». Сегодня 10 ноября 2017 года. Сегодня у нас производилась реконструкция контейнерной площадки, которую мы 6 числа устанавливали в Среднеуральске. И вот она у нас была 4,5 метра. Мы ее расширили до 5900. На 1,40 м вставили в серединку секцию. Теперь сюда войдет 3 бака. Опять 900 стала длина. Почти как стандартная, но мы ее сделали под площадку, которая сделана, отлита и заасфальтирована конкретно под контейнерную площадку. Повторю, что сварена конструкция с профильной трубы 25 на 25, стенка 1,5 мм, полимерно-порошковый окрас светло-серого цвета по каталогу RAL 7035, профлист зеленый 6002S8, зеленый поликарбонат 4 мм 0,7 плотности, установлена контейнерная площадка на асфальт, вбита арматура, пробурена, вбита арматура и приварена, также подкрашена. Все красиво, поставят третий бак, будет вообще красота. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, оставляйте комментарии, заказывайте металлоконструкции, теплицы изготавливаем, все что угодно вашей душе. Вот телефон для связи. Thank you.